Якутск вместе со всей страной отметил замечательный праздник – День семьи, любви и верности. На площади Орджоникидзе прошел большой концерт. Также на главной площади столицы чествовали супружеские пары, которые прожили в счастливой семейной жизни не один десяток лет. Медалью за любовь и верность наградили 14 семей. Всего в Якутии такой награды удостоены более 700 супружеских пар. Ярким событием праздника стало поздравление молодожен Семеновых, которые решили вступить в брак в этот прекрасный день. Для нас неизвестен этот день, конечно, был. Нам наша любимая мама и бабушка подсказала, что 8 число – вот такой вот великолепный праздник. Ну, мы с удовольствием решили зарегистрировать свой брак в этот день. Я желаю всем счастья, любви и благополучия. Семья – это самое важное и самое главное, что у нас есть.